помочь, перепрофилизируемся в инфекционный госпиталь. Было полное осознание, что мы находимся на пороге эпидемии, катастрофы. В марте 2020 года здесь был просто большой-большой пустырь. Вообще сейчас рассказываю это как не про себя, как какое-то кино смотрю. Тяжело, да, тяжело. Но а если не мы, то кто? Мы находимся с вами на территории временного госпиталя вместе с моим заместителем Рустамом Казбековичем, который со дня, в общем, стройки и до запуска, потом до консервации, потом до расконсервации непосредственно руководит этим подразделением. И пойдемте покажем, как все устроено. Вы видите, да, так, мы это называем гребенками, таких три типовых решения, три корпуса, которые между собой соединены переходами. Центральный корпус в данной ситуации, корпус номер два, это отделение реанимации на 60 коек. И, соответственно, по 74 койки, две крайние гребенки – это терапевтические отделения, внутри которых создали палаты интенсивной терапии. То есть это терапевтические койки, где есть возможность проводить высокопотоковую кислородную поддержку. И в этих палатах есть персональный сестринский пост для ухода за вот этими тяжелыми больными пограничными. Я думаю, это начало 2020 года, и в первую очередь та информация, которая поступала от наших итальянских коллег. Очень было понятно, когда через один из телеграм каналов сообщества анестезиологов-реаниматологов столицы, которые мы ведем, где мы общаемся активно, обратилась коллега, бывший доктор наш российский, который сейчас работал в Италии, и с которыми была личная связь, которая рассказала все, что у них там происходит, и то количество летальных исходов, которые у них ежедневно случалось. И, наверное, тогда вот было полное осознание, что мы находимся на пороге эпидемии, катастрофы. Наверное, благодаря, в первую очередь, опыту наших итальянских коллег был какой-то зазор, когда мы успели подготовиться, и в нашей команде не было дилеммы, что пациенту показана инвазивная искусственная вентиляция легких, ему нужно проводить интубацию трахеи, переводить на ИВЛ, а у нас нету для этого каких-то ресурсов. Тяжело, да, тяжело. Но, наверное, были какие-то эмоции, которые, я считаю, что все-таки их лучше оставлять за кадром. Потому что уж очень это личная история для каждого медицинского сотрудника и для меня. Марта было запланировано запуск коммунарки как многопрофильной больницы. Фактически в течение 8 месяцев наша команда готовилась к запуску. И, собственно, в конце февраля все было уже настроено на медицинские процессы, чтобы запустить многопрофильную больницу. И тогда руководство города, в первую очередь, приняло решение, что мы приостанавливаем переезд старой территории и команда онкологической суда, и в одну ночь перепрофилизируемся в инфекционный госпиталь, что, в общем, было нашей командой сделано. Благо, для этого было очень много входящих. Фактически настроенный госпиталь, который нужно было только логистически изменить, создать красные зоны, обучить людей. И опять архитектурные решения, которые были в больнице, соединение корпуса палатного и корпуса лечебно-диагностического вот этими на втором этаже воздушными наземными переходами мы превратили в шлюзы, разделив красную и зеленую зону. Вообще сейчас рассказываю это как не про себя, как какое-то кино смотрю. Госпиталь, хоть и временный, соответствует и залицензирован всем критериям безопасности оказания медицинской помощи с решениями логистическими, характерными для инфекционного госпиталя. Помещения все, соответственно, кондиционированы, вентиляция, все технические решения, вы видите, они снаружи. Есть специальная зона для обработки
санитарного транспорта. Хочу сказать, что в марте 2020 года здесь был просто большой-большой пустырь, который за два месяца превратился сначала в терапевтический госпиталь, а еще спустя несколько месяцев он был домодернизирован и стал реанимационно-терапевтическим. Я думаю, эпидемия и пандемия – это те случаи, к которым подготовиться, как бы мы ни хотели, не могли, потому что держать непонятное количество коек, каких зарезервированных, их обслуживать, но не использовать, я говорю про инфекционные стационары, наверное, это слишком большая и экономическая, и социальная обуза. Ну вот можете себе представить, временный госпиталь в коммунарке на пике – это 300 реанимационных коек и 1200 коек терапевтических, которые вне пандемии не используются. Но быть готовым – это значит содержать эти площади, содержать персонал, который не работает, а значит, он профессионально начинает деградировать, и все это оплачивать. И мне кажется, это очень сложная история и экономически непосильная никаким странам. И я думаю, именно поэтому к пандемии не были готовы ни наши коллеги за океаном, ни коллеги в Китае, ни мы. Но весь вопрос скорости ответа. И с той скоростью, с которой ответила система московского здравоохранения, мне кажется, это на будущее очень наглядный урок и пример для всех. За два месяца строительства госпиталя инфекционного в Вороновском, открытие на не предназначенных для этого площадках, таких как ВДНХ, таких как госпиталь спасения в Крылатском, с быстрой перестройкой, открытие временного госпиталя в коммунарке в считанные месяцы. Мне кажется, это очень достойный ответ хейтерам, на что способна система в условиях кризиса, консолидации сообщества, консолидации различных ведомств, и здравоохранения, и строительства, и коммунальщики. И уверен, что ответ был более чем симметричным пандемии. А что самое главное, это очень быстрый отклик и очень быстрое создание вакцин, потому что иммунитет, вакцинация – это единственное, что способно абортировать тяжелое течение вирусной инфекции и как-то с ней научиться жить. И мне кажется, это самое важное – это быстрое создание вакцин, коммуникация, различные механизмы по разъяснению и убеждению необходимости вакцинации. Вы же помните, на тот период начала 2020 года, на весну 2020 года, ведь было абсолютно разношерстное информационное поле, и искусственное, и это придумали, и нас запугивают, чтобы остаться дома. И хотелось нашей команде показать, что в реалиях происходит, сколько пациентов, сколько из них на ИВЛ, сколько пациентов умирает. Собственно, вот эта вся история была историей коммуникации. А уж дальнейшая медийность, она мне как врачу непривычна, и, наверное, она меня в большей степени все-таки тяготит, нежели что-то мне дает. Были, конечно, люди, которым это было некомфортно и тяжело. Они увольнялись и продолжали, надеюсь, продолжали работать в больницах, не вовлеченных в лечение ковид. Но, честно скажу, вот у меня на памяти единичные случаи. Тяжело, да, тяжело. Профессиональное выгорание, ну, наверное, да, профессиональное выгорание тоже имело место быть. Но при этом, а если не мы, то кто? Это же какой-то не эксклюзивный вариант. Много клиник в Москве, много клиник в России. И, наверное, наоборот, это нам дало какую-то консолидацию. Новая неизвестная болячка, отсутствие клинических протоколов, быстро меняющиеся клинические рекомендации, большое количество онлайн-встреч, обсуждения, что помогает, как лучше, проведение клинических исследований. И, собственно говоря, на каком-то этапе ты в это погружаешься, и вот все эти средства индивидуальной защиты, респираторы, маски, они становятся каким-то привычным уже для тебя фоном. И наоборот, когда мы вышли из ковида, иной раз идешь на обход, и
думаешь, что-то не хватает. А ты в обычном халате и в маске, и никаких на тебе сверху СИЗОВ. Потому что там через несколько месяцев уже вся эта процедура облачения, разоблачения, она была отработана до автоматизма. И уже эти наглядные иллюстрации, материалы, которые везде на входе висели, как это правильно делать, они нам уже никому не нужны были. Каждый корпус имеет несколько входов и выходов. Есть вход для сотрудников, мы через него сейчас с вами зайдем. Но есть пациенты, которые выписываются. И эти потоки, вот, например, да, они между собой не перекрещиваются. Также на территории временного резервного госпиталя есть и приемное отделение с компьютерной томографией, есть и лабораторный модуль. Да, с учетом того, что масочный режим в стационарах, он и не отменялся, то, соответственно, перед входом в помещение мы масочку и одели. Ну, собственно говоря, с вами идем сейчас обычным путем входа в красную зону, которая сейчас отстерилизована. Пойдемте. Зона переодевания и облачения в СИС. Вот такие стандартизированные инструкции различных типов средств индивидуальной защиты, которые здесь облачаются. И, собственно говоря, заходите, тут работает система шлюзов. Пока мы не закроем эту дверь, мы не попадем в красную зону. Здрасте, здрасте. Вот это типовая терапевтическая палата на 7 коек. Со своим санузлом. Понятно, что в условиях пандемии пациенты, если покидают или на выписку, либо на какое-то диагностическое исследование, например, на КТ. Все остальные исследования, ультразвук, рентген и прочие, ЭКГ, они все делаются внутри палаты, чтобы минимизировать пересечение. Волонтерское движение на определенном этапе, мы бы без них точно не справились. Но уж когда мы настроили процессы, когда мы набрали штатных сотрудников, мы постарались максимально быстро ребятам сказать спасибо и передать эти ресурсы из стационара в внебольничное пространство, потому что волонтерство же во многом это не только больницы, это пожилые люди, которые находились в условиях локдауна дома и так далее. И вообще волонтерское движение, мне кажется, показало, насколько наше общество социально зрелое. И что чувство локтя, взаимопомощь – это не какие-то пустые слова, а это действительно такая скрепа, что ли. Наверное, каждый оказывается на том месте, на котором он должен оказаться, и то, с чем он должен справиться. И, наверное, тут я все время об этом говорю. Правильно, наверное, говорить не о Денисе Николаевиче Проценко, а правильно говорить, у нас даже такой хэштег был и есть, «Коммунарко-тим». Это той командой, которую я руковожу, которой я очень горжусь, и которая для меня не просто команда, а, наверное, частичка меня за эти 2 года стала. Понимаете, для меня это важнее, нежели там публичность, признание, еще что-то. Это очень такие искренне важные вещи, я сейчас с вами делюсь. Здравствуйте, девочки. Ну и, соответственно, рабочие места докторов, ординаторская, где они занимаются медицинской документацией, обсуждением больных и принятием решения. Ну, собственно, мы с вами и закончили обход и возвращаемся, разоблачившись, в чистую зону и, собственно говоря, покидаем госпиталь.
Это типовое решение терапевтического отделения. Чем отличается отделение реанимации? Тем, что у них нет двери, и, соответственно, все койки, они оборудованы специальной техникой. Мониторами, дозаторами, аппаратами для искусственной вентиляции легких в различных модификациях, соответственно, дефибрилляторами, средствами для ультразвуковой диагностики, рентгенами. Ну, это не больница, это центр целый. Почему? Потому что это же не только ковид и не только временный госпиталь, который вы видели, да, разбит по соседству. В первую очередь, это многопрофильный клинический центр, где есть 300 онкологических коек, где есть хирургия, травматология, нейрохирургия, гнойная хирургия, гинекология, урология, большое очень, почти 70 коек реанимационных, большая анестезиологическая служба. Это амбулаторный корпус, где есть центр амбулаторной онкологической помощи, консультативно-диагностическое отделение. Это детский инфекционный корпус, кишечная инфекция и ОРВИ на 100 коек. Это запущенный в июне перинатальный центр на 130 коек с профилем преждевременные роды и с командой неонатологов, которые вынашивают наших торопыжек, мы так называем, преждевременно рожденных детишек. Это предстоящий запуск в конце года 200 коек детского корпуса. Это строящийся лучевой корпус. Поэтому, да, это действительно большой центр. В период ковида первый год все работало на ковид, а с февраля 2021 года это был уже многопрофильный центр. Почему? Потому что в период ковида и в процессе заболевания ковидом другие болезни никуда не исчезли, и этих пациентов нужно было лечить, и хирургии, и инфаркты миокарда, и инсульты, и травма. Поэтому мы в рамках ковида лечили еще и ряд других нозологий. Наверное, в завершении про ковид хочется сказать, что эпидемия, пандемия – это не только вопрос государство, не только вопрос отрасли здравоохранения. Любая эпидемия – это вопрос общества. Правильное решение – это вакцинация. Вакцинация в рамках тех существующих рекомендаций, которые имеются и в Российской Федерации, и во всем мире. И это, конечно, очень бережливое отношение к своим родителям, к нашим пожилым гражданам, которое должно быть реализовано в обществе, а не медиками. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы напомнить все то, о чем мы эти два года, не переставая, говорили. Всем здоровья! Я за себя скажу, есть интересное наблюдение, это быстрое изменение отношения в обществе к медикам в целом, такое по синусоиде. Когда мы заходили, в общем, было достаточно много негатива в наш адрес со стороны пациентского сообщества, вообще общества. Потом такой пик признания и такое же достаточно быстрое возвращение в нулевую точку. Нет, мы вам скажем огромное спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо.